Они каждый выступает, как будто бы они мои папа, мама, бабушка, дедушка. Да, я у них учусь жизни, учусь жить. Ну, для начала они сразу же хотят тебя накормить. Постоянно, когда я к ней приезжаю, она постоянно что-то говорит: «Господи, как же ты исхудал, тебе нужно поправляться». Как сядут, рассказывают, да, и ты уже просто не можешь встать, потому что это как целый увлекательный фильм, история, и кажется это абсолютно нереальным. А для людей это их настоящая жизнь. Наши клиенты – люди очень общительные, с богатой жизненной историей. И если вы побываете у них в гостях, то вы увидите, что среди них есть инженеры, учителя, поэты, писатели, строители космических кораблей и самолетов. Это самые необыкновенные люди. Люди, которые знают очень много историй, люди, которые не могут заплатить за коммунальные услуги или за продукты – это одни и те же люди. Меня удивляет, что всегда многие из них, большинство, говорят: у вас все хорошо, нам ничего не надо, все хорошо. Восхищает то, что, несмотря на все трудности, которые выпали на их долю, они смогли все это с честью пройти. Они жертвы нацизма, им за 80 лет, они видели смерть, они выжили. Эти люди на самом деле прошли очень много. Есть так много вещей, которые они должны иметь. Они заслуживают на очень многое, если не на все. Я мечтаю, чтобы их жизнь, благодаря нашей работе, была комфортна, чтобы они были счастливы, чтобы они себя чувствовали людьми. Истории клиентов важны, потому что это жизнь.